Коротко, была чисто командная победа. Все старались, все боролись, забили свои моменты. Ну, немножко в конце, да, удаление, но ничего страшного. Я считаю, что, ну, что-то все боролись, все молодцы. Всем болельщикам спасибо, что нас поддерживаете. Даже если вас на трибунах нет, мы рады, что вы нас смотрите. И мы знаем, что вы всегда с нами тут на стадионе. Да всего не хватило. Движения, техники, остроты. Не в то играем пока вообще. Ничего не хватает. Провалили первый период полностью, второй, в третьем более-менее что-то начали двигаться. Уже не шла шайба в ворота, уже поздно было.